Анонс и точность выхода 8 серии нового сериала «Убить Риту». 8 серия сериала выйдет на видеосервисе «Премьер» 30 ноября. Ранее в сериале мы увидели, как Рита покидает дом Греты, боясь подставить ее своим присутствием рядом с ней. Дорогой она замечает машину с людьми Вальтера, решает вернуться на помощь Грете. Ей удается угнать машину, на которой они приехали, когда они погрузили хакершу в багажник. Оторвавшись, Рита вытаскивает подругу из багажника. Она благодарит ее за спасение и предлагает свой план. Егор со Стасом с опозданием приезжают на район, узнают о последних происшествиях. В этот же момент Егор вновь подмечает пропажу Стаса, который отошел в сторону доложиться Чингису. Шустову закрадывается в голову некие сомнения. Тем временем Рита с раненой Гретой приезжает в дом, хозяева которого, по слухам хакерши, уехали за границу. Но и их на входе встречает вооруженная охрана. 8 серия сериала выйдет в эфир 30 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.